6 марта родители детей, которые посещают секцию карате Максима Арзуманяна, обратились к МГБЛ с просьбой, чтобы для секции карате выделили место для занятия. Սպորտը երեխեքի համար շատ մեծ բան է, բոքսինգը եւ առողջկյանին մեր ինոցմինդայի համար։ Եկել ենք հարց բարձրացի, բոլորս միասին պարոն Ղարսյանի մոտ, որ մի հատ լավ սպորտսալ հատկացնեն, որ մեր երեխեքը պարապի։ Խոսքը տվել ենք բոլորիս մինչև 9-10 ամսի։ Ցանկալի չկան շուտ, էլի կան լավ։ КамГБЛ Гагик Карслян во время встречи с родителями сказал, что в этом году у муниципалитета нет возможности, чтобы открыть еще одну спортивную секцию и давать зарплату тренеру. А что касается места для занятия, по возможности можем найти свободное место, но с условием договора тренер должен арендовать и платить сумму за аренду. Отметим, что тренер карате Максим Арзуманян занимается с детьми частной основе. Родители хотели, чтобы официально приняли Максима Арзуманяна как тренера по карате Шотокан и выделили место для занятия.